Минобороны Украины проводит служебную проверку в связи с задержанием в Крыму украинских десантников, сообщил спикер Генштаба ВС Украины Владислав Селезнев. Крымские пограничники задержали трех украинских десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады, которые незаконно пересекли границу Российской Федерации. Украинские военнослужащие были задержаны без документов на технологической дамбе через озеро Севаш. Сами десантники объяснили свой поступок желанием пообщаться с российскими морскими пехотинцами, которых они неоднократно видели на другом побережье Севаша. Российская сторона уже пообещала вернуть десантников Киеву. По данному факту проводится служебная проверка, более детальная информация у нас будет после того, как украинские десантники будут на территории Украины. С ними побеседуют, на основании проведенного служебного расследования будут предприняты соответствующие решения, сказал спикер Генштаба в эфире телеканала 112 «Украина» во вторник утром. По его словам, Киев ждет, когда РФ вернет украинских десантников, по этому вопросу сейчас ведут переговоры с участием представителей СБУ, МИД Украины. Он отметил, что РФ должна в кратчайшие сроки вернуть десантников, поскольку злого умысла и наличия оружия у наших десантников не обнаружено. Комментируя вопрос возможного наказания десантников, Селезнев сказал, что решение будет приниматься по результатам служебной проверки. Крым, как и находящийся на Крымском полуострове город Севастополь, стали российскими регионами в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. В Москве подчеркивают, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и уставу ООН. Власти ЕС и США не признают итоги референдума, а Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.